Перед вами полтина 1777 года, время правления Екатерины Великой. Далеко не все коллекционеры знают, что полтины выпускались в золоте. Да, именно золото 917 пробы весом 0,65 грамма, диаметром 12,5 миллиметров, гладкий гурт. Вот, пожалуй, основные характеристики данной монеты. Как вы видите, вензель Екатерины, надпись «Полтина», год выпуска 1777. На оборотной стороне вы можете увидеть портрет Екатерины, надпись «Екатерина II императрица». Что касается цены данной монеты, то за 2015 год в состоянии Very Fine было 3 прохода на известных нумизматических аукционов. Цена составила от 499 евро до 576 евро за экземпляр. Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор. Подписывайтесь на канал «Мир коллекционера» в YouTube. Смотрите другие ролики с различных тем коллекционирования. Спасибо вам за внимание.